Дорогие мои друзья, приветствую вас на моем канале. Хочу поделиться я сегодня с вами, как я буду готовить яичницу с помидорами. Так, яичницу, приступим, дорогие мои. Газ я зажгла. В первую очередь зальем мы с вами внутрь оливковое масло. Оливковое масло нальем на эти порцию помидор. Я взяла 5 яиц, ну, нальем где-то грамм 50, наверное, не больше. 4-5 столовых ложек. И начнем протирать наши помидоры. Так, легче, быстро. Вот, протерли, шкурочку выбросили. Сегодня у нас опять жарко. Муж говорит, мясо пойду принесу, что-нибудь мясное готовь. Сказала, нет, мясо купи, но готовить мясное не буду. Сделаю сегодня... Дочка, в принципе, попросила яичницу с помидорами. Я говорю, ну давай, сделаем яичницу с помидорами. Яуртаки, сметану. Что-нибудь, какие-нибудь закусочки поедим. Маслица у нас нагревается, накаляется. Сейчас буду протирать и сразу буду заливать внутрь. Вот так. Чтобы у нас маслица не подгорела. Итак, по очереди все протрем, забросим. Лук я не бросаю. Зажарку можете лука сделать, перчик сделать, если вам нравится. Моя дочка не любит, для меня бы я сделала бы. Но моя дочка не любит, она любит вот так скету. Скету это, ну, без ничего, вот только помидоры и яйца, все. И то яйца я должна обязательно взбить, не по одной бросать внутрь, а взбить. Ну, как любят, так и приготовим. Не будем же готовить так, как не любят дети. Любим мы. Для себя тоже можно отдельно приготовить. Но я не буду для себя делать. Я поем и так. Делаем яичницу. Можно было бы и пюрешку сделать. Или немножко поджарить фри картошку. Не буду делать. Свежий хлеб у меня есть, луканопиты у меня есть. Да. Приготовлю яичницу, и мы вот это вот дело поедим. Девочки мои, вот так заливаем, протерли, заливаем внутрь, продолжаем протирать дальше. Сегодня таким обедом я с вами поделюсь. Ничего, конечно, тут особенного нету. Трем помидоры, взбиваем яйца, заливаем, добавляем соль, черный перчик. И все. И обед наш готов. И вкусно, и полезно. Такой можно и завтрак делать. И обед делать, и ужин. Такое блюдо. Все. Это тоже все готовое. Вот это все почистим. Здесь тоже можно все почистить. Это тоже все внутрь зальем. Вот так. Это уберем. Протерли мы. Натерла.
Я вот так мелко помидоры. Оливковое масло. Ну, если вдруг у кого-то нету оливкового масла, ничего страшного. Можно сделать их любым маслом. Хотите сливочным, хотите... Разобьем яйца топленым. Разобьем мы 5 яиц. А нет, 5, я 6 взяла, да, 6. Что-то я ошиблась. 6 яиц, да. Шкарлупки я не выбрасываю от яиц. Я их оставляю, они немножко подсыхают. И я их крошу на мелкие части рукой. Разминаю рукой и бросаю мой огород. Прям вот так ложу, они подсыхают. И разминаю и по огороду, где как удобрение. Очень даже хорошо. Так, ничего не выбрасываем, все в дело приводим. Так, ложим немножко соль в наши яйца. Думаю, это достаточно. Давайте немножко и в помидоры, чтобы... Вот так. Бросим черный перчик, помидорчики. Так. Давайте бросим и немножко куркума. Слегка. Куркума хорошо. Можно и немножко паприки. Давайте бросим. Да. Можно добавить внутри яичницу рыгани. Такое бордовое? Оранжевое, да? Нет, бордовое, наверное. Да, бордовое, господи, все во перепутала. Бордовое, да. Рыгани, не зеленые. Есть еще. У нас здесь в Греции зеленое рыгани. Но в Армении, я помню, было такое душистое оранжевое рыгани. Очень вкусное, дорогие мои. Но здесь такого нету. Если только найдешь, если где кто-то наши из Грузии или с Армении что выращивают, только у них можно найти, да. А так нету. Ну вот, собьем мы наши яйца. Приготовится наша яичница. Помидоры. Зальем мы наши яйца внутрь. Так, здесь я положила паприку и приправы. Это все перемешаем. Дадим приготовиться нашим помидорам и зальем. Закрою крышечкой, пускай хорошенечко протушится. Зальем наши яйца и будем кушать. Итак, наша наши помидоры уже подошли к завершению. Так. Размешаем еще раз наши яйца. Зальем струночкой. И перемешаем. И перемешаем вот так. Дочка любит жидкие-жидкие. Потихонечку. Кому нравится, как глазунья, делайте как глазунья. Ну, вот моя дочка любит вот именно вот так. Она любит хлеб брать и прям макать в хлеб и кушать. Делаем так, как любят наши дети. Все. Сегодняшний обедик достаточно. Есть у нас ветчина, сыр. Сейчас нарежем свежий хлебушек. И вот такой вот прекрасное блюдо, как яичница. Угу. Думаю, это уже достаточно. Все меленько, все мелкими кусочками. Сверху, если кто-то любит, может, я выключаю, может, ну, давайте перейдем прямо в это блюдо. Да, эту кастрюльку, по-моему. Может добавить сверху
какую-то зелень. Кто любит, что-то любит. Ну вот, моя дочка не хочет. Вот она хочет именно такую яичницу. Угу. Все это сошкрябаем. Так. И вот такая яичница. Такой яичницей я с вами делюсь. Вот, дорогие мои друзья. Это все мыть. Уже все. Угу. Ну, вот. Вот такая яичница у нас будет сегодня. Угу. Вот как-то так. Приготовили мы сегодня вот такое блюдо. Вот еще кушаю виноградик. За вас, дорогие мои друзья. А я шла к подружке пить кофе. А я у нее в огороде виноград собрала. Вот таким сегодня блюдом, такой яичницей я с вами делюсь. Кому дала на сегодняшний день какой-то совет, как приготовить, что приготовить, готовьте. Готовьте вы. Не трудно. 6 яиц, 5 помидор, 6 помидор. И ваш обед готов. Хлебом, тарелочку хлебом, сыр, бейкон. Бейкон это копченое сало, дорогие мои друзья, да. У нас называется бейкон, у вас не знаю как. Ну вот как-то так. Вот таким сегодня видео я с вами поделилась. Всем мирного неба, всем здоровья, всем всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне класс. Пишите комментарии. Всем пока-пока.